Всем привет, ребят. Ну что, сегодня обновление будет на английском сервере. Зашел я побегать, посмотреть, что делается по акциям. Для аккаунта нашего, как обычно, они добавляют, ну здесь получается так, обновление рынка, а потом уже будут акции добавят, скажем так. Обычно так это было последнее время новое, то есть новыми. На русском еще не обновили, здесь еще даже не начиналось, то есть там время до обновы, и уже есть интересные темы на этом сервере. Вот то же самое, что на китайке было, плюшки нам дали бесплатные, и шарика не открыли. Вот так вот. Что у нас сегодня интересного? Такой же пак был уже, показывал вам его. Это пак провизии, апдейт. Еще будут другие паки, там будут, думаю, сразу продаваться какие-то итемы. Такой вот пак, такой пак за 50, ну и обалденные, как по мне, паки, вот пак с питомцами, неплохой, по 500 питомцев, посмотрите, сразу же. Мы там покупали сумки, были по 300, по 400, тут по 500 питомцев, топовых причем. Такой вот пак с огником неплохой, в принципе, тоже. Скин на огника, скин на трифид, сам трифид и бугимен плюс 700 камней. Вот пак за двадцатку по 6666, 10/8, ребят, эмблемы еще можно собрать, розу. Ну и пак за 50, огник, камешки и подашки. Нету большого пака, нету там таких паков, их после обновления закинут. Там будут по-любому новые итемы. Посмотрим, в общем. Ну, скины, скорее всего. Так, но это не все. Есть также сегодня хрустальный. Хрустальный, как обычно, топовые плюшечки. И посмотрите, какие здесь плюшки идут. Просто кайф. Смотришь и понимаешь, что да, кайфово тут. Можно покачаться. Так, но это не самое основное. Самое основное вот такой вот пиратик. Сейчас я еще сразу гляну, и нету. А, есть, смотрите, есть еще даже сегодня этот. Огника можно вытащить. Молотки бога грома. Шестые. Здесь в наградах. Ну, в принципе, неплохо все. Но мы будем играть в пирата. Пиратик поменяли. Четвертые сундуки по 2. Восьмые. 2, ребят, уже 2. И 3 огника дают. Вот так вот. Мы сейчас посмотрим, что у нас будет падать. Поехали, поиграем немножко. По 1200. Ребят, 2 бигфута сразу падает. Вот скажите, это за 1200. Поехали дальше. Еще один бигфут призрачный. Вот это круто. Вот это крутой пират. Мне уже он нравится. По 1500 кулаков. Расходников, посмотрите, сколько падает. Поменяли они. Бигфуты просто сыпят. Так, у нас полный сундук. Так, просто жесть. Что я могу вам сказать? Поехали дальше. Посмотрите, сколько расходов дают. Обалдеть. Но, как видите, не падают особо мешочки. Не знаю, сколько там самиков у нас было. Я особо не посмотрел, сколько мы потратили. О, вот они. 3 штуки, ребят. 3. Жестко. А бигфутов я не знаю, сколько мы выбили. Напишите в комментах, кто любитель считать. Но, как по мне, это нереально круто. Так вот.
Сейчас интересно. Ой, что я на нем поехал. Интересно посмотреть, упадут ли камешки. Они нам падали, мы их вытаскивали. Ну это нереально круто. Восьмая эмблемка. Вот насобирали там 50-60к. И вот сюда влили, как бездона для расходников. И это будет реально круто. На русском сервере, на китайке такого нет. Там писали на немке, тоже топовый пират. И топовый пират есть еще на Аисе. Аис такой же сервер, в принципе, как и этот. Только там, по-моему, дороже еще чуть-чуть. Но плюшек там вроде больше дают. А бигфутов, конечно, сыпят немеренно. В каждой тычке падает бигфут. А то и не. Вот, наконец-то, камешки мы еще вытащили. Не знаю, сколько мы слили. Но мы достали дофига расходников. Просто дофигища. Сейчас посмотрим, что у меня тут есть. Три мешка достали. Ну, конечно, не сильно падают. Но 5 осколков всего. Но это такое. Это рандом. Так, вот смотрите. Что вы можете получить с этих коробочек? То есть кучу, еще три камня, кучу коробок. Какие там еще четвертые падали? Давайте у меня четвертых пару, третьи. Ну, кайф. Вот в этом весь кайф. Вот два этих исцеления для тыковки. Сразу у вас талант есть. Что еще надо, вот скажите. Вот почему этот сервачок реально мне заходит. Так, ну, в принципе, с такого все. Лабиринт, это прайм руны, я пока их не открываю, надобности нет. Потом вот вторые падают, да, там сумки, но ну, это оттуда сумки, потому что у меня их не было. То есть для бездоната нереально круто. Так, что тут еще? Ну, что бы я сегодня взял, ну, так как мы с вами лимит вчера похерили, хотя вы можете написать в комментах, что вы думаете. Может, и что-то прикупим сегодня, посмотрим. Так, ну, я не знаю. Это можно огника добить за десятку. Можно огника и так будет дособирать, потом, думаю, будет где-то он еще. В принципе, у нас там бугимен. Давайте сейчас перейдем. Так как вариант за десятку взять сегодня, добить огника и добить скин на него. Ну и плюс камешки, расходники на прокачку. То есть по такого больше тут пока ничего нет, может что-то поменяется. Ну вот этот апдейт пак тоже в принципе как неплохой вроде. Ну, в общем, не знаю. У нас тут по героям 36,85, вот так вот. Ну, есть еще кого получать. Куча даже обычных купидона, там тыквы, обычных героев, которые нужны будут, у нас их нет. 100, у нас куча топовых героев уже есть. Вот так вот. Некроса еще нет. Дракона. По 1500 роллинг. Еще будет 23 часа, может и паролем. В общем, посмотрим. Кстати, будет по 1500 роллингов. Это интересно будет после
обновы посмотреть. В общем, вот как-то так. Наш мини-алтарь там, я не знаю, за 60 или за сколько баксов, но у нас есть куча топовых героев. В общем, пишите в комментах и будем уже разбираться. Всем удачи, всем пока.